должны догадки знакомые лица. Значит, Ульяновский автомобильный завод, я надеюсь, что представлять особо в России, по крайней мере, не надо. Значит, краткие характеристики, в каких условиях мы работаем. Значит, это прежде всего состав оборудования, это прессовые, это сварочные, это автоматические линии, это литейка, это сборка, это окраска. Вот, соответственно, все оборудование условно разделяется на виды. Это механическая состав, извиняюсь, этого оборудования, механическая часть этого оборудования, электрическая часть, значит, электронная, сантехническая и так далее. Значит, в нашей деятельности, соответственно, продолжение вот так, куда нажимать здесь? Внизу треугольничек, справа, внизу там. То есть продолжение темы, как-то получилось так, что сейчас мы говорим про надежность, сокращение простоев и так далее, то есть получается вот прямое продолжение темы. Значит, суть заключалась в следующем, что имеющимися доступными весьма ограниченными средствами в ремонтной службе, значит, попытаться, значит, обеспечить надежность оборудования до той мере и степени, которая позволила бы выполнить производственную программу. Значит, ну вот, на примере прессового оборудования, значит, мы пытались сделать эту работу, ну, у нас, наверное, что-то получилось. Условно, разделив прессовое оборудование на электрическую и механическую часть, естественно, мы применили эту систему на электрической части оборудования. Значит, суть в следующем, что в условиях, по крайней мере, наше производство действует, в условиях ограниченного бюджета по запасным частям, значит, уменьшение объемов ремонта и обслуживания оборудования в условиях оптимизации численности персонала, надеюсь, что это такое, всем присущим это очень хорошо понятно. И физический износ оборудования, значит, у нас по прессовому оборудованию все пресса, они срок их эксплуатации около 40, некоторых доходит до 50 лет. И в этих условиях, естественно, высокая изношенность, и тем не менее, все прессовое оборудование работает у нас в трехсменном режиме 6 дней в неделю. Вот на сегодняшний день. Какие стояли основные проблемы? Основные проблемы стояли, что высокий уровень аварийных отказов, в том числе и по электрике. Значит, ну, касаясь того, что, значит, есть отказы электродвигателя, отказы каких-то контактных, значит, коммутационных аппаратов и так далее. Мы вышли на автоматическое формирование нашей системы, выдачи предписаний и контроль этих предписаний. Жизнь здесь плохо видно. То есть бюро диагностики у нас контролирует узлы и агрегаты, значит, вносит состояние этих узлов и агрегатов в систему. Система сама уже формирует вот такое предписание, которое автоматически доходит до ремонта бригады. Причем в составе, ну, по тем, скажем так, наработанным путям электронной почты или системе автоматизированного документооборота. Помимо того, что система дает, значит, улучшение в эксплуатации, снижение аварийных простоев, очень немаловажно, значит, что нам удалось достигнуть предотвращения, скажем так, ну, в том числе и техногенных аварий, которые могли бы привести не просто к простоям, а могли бы привести к длительным простоям и большим потерям производства. Значит, ну вот здесь мы привели просто это, скажем так, очень мало только того, что нам удалось сделать. Это то, что удалось предотвратить. Ну вот, к сожалению, плохая графика, попытаюсь объяснить. Значит, вот на окрашенных камерах это... контактор, нагрев 450 градусов на контакте контактора, значит, это неминуемый пожар. То есть на красной камере, как тушить краску, пока что никто не знает. Значит, здесь аналогично, значит, на распредустройстве автомат нагрев. Значит, далее, что у нас на окрашенной камере стоит система сушки. У этих систем сушки есть система, значит, там нагрев воздуха идет до 300 градусов, и этот воздух затем через систему охлаждения отводится в атмосферу.
Вот. Произошел на термокомпенсаторе пробой, и этот пробой, к сожалению, никто не мог, значит, идентифицировать, кроме как наша система, то есть она, опять же, при контроле помогла, значит, этот пробой своевременно выявить, и вместо 5-6 дней простоя всего завода, значит, удалось в нормативный режим, то есть вывести ее, и, то есть производство не почувствовало вообще, то есть этот дефект. Ну и так далее. Значит, результат работы самой системы, опять вот здесь, к сожалению, очень плохо видно. Вот так вот покажу. То есть здесь вот, значит, 13-й год, это простое оборудование, идет вот график здесь. 12-й год, простое оборудование, значит... Позвольте, я вас перебью. Вот я предыдущему докладчику уже говорил, у нас есть внизу, вот если воспользуетесь мышкой сейчас. А здесь вот линия. Ну, я просто там кажется, там видно, просто я показываю сами линии, да. Спасибо. Вот. Просто пользователям интернет-трансляции не видно, как бы, что вы показываете. Значит, ну. Нет. Вот в нижнем левом углу возьмите указку, нажмите на нее. Вот. Да. Еще раз. Извиняюсь. Вот, а теперь можно и выйти. Да, понятно. Ага, спасибо. Значит, ну вот динамика, значит, это где-то у нас 13-го года. Значит, ну и примерно вот такая же вот динамика, значит, 12-го года. И динамика аварийных отказов, практически видите, да, к нулю, значит, это динамика уже 14-го года. Почему здесь нет динамики, соответственно, 15-го года? Потому что в 15-м году практически тоже нули здесь, все идет дальше. Вот, поэтому не привели. Значит, что дала система, допустим, для нас, это снижение аварийных отказов в 7 раз, и, значит, и фактически экономия в 1,2 миллиона рублей. Здесь нет перехода, да? Так. Теперь, как это работает? Значит, создан центр компетенции, значит, у которых под контролем находятся производственные участки. Центр компетенции подразумевается, это специалисты бюро диагностики, у которых в руках конкретные, значит, системы, методики диагностики оборудования. Также, значит, эти центры компетенции обладают, значит, этим программным обеспечением. Здесь у нас на сегодняшний день, значит, эта программа работает, которая... Я не могу захватить. Программа, значит, это ПО «Диамант», значит, программа обеспечения SmartView, значит, собственно, наша доработка программы обеспечения ТАИР и база данных по термографии. Значит, анализ принятия решений в системе, как производится, то есть фактически состояние оборудования по, значит, анализ фактического состояния оборудования по результатам термодиагностики. Нет. В интернете не видно. Вот по результатам термодиагностики. Анализ, значит, оборудования по состоянию ТАИР. Что-то. Анализ выполненных, значит, работ по анализу выполненных работ и, значит, анализ причин отказа по ежедневным сводкам. Называемые. То есть это отдельная программа, по сути, значит, вот это все отдельные программы, которые, результаты которых объединены, значит, и на основании которых можно, значит, увидеть ту или иную проблему для принятия решения. Значит, сама программная система анализа принятия решения работает следующим образом. Значит, происходит сбор данных, значит, специалистами, то, что я показывал по центру компетенции. Значит, значит, имя, исходные данные или в автоматическом режиме, или вручную заносятся в базу данных. Значит, на основании нескольких пакетов программ, то есть SmartView, база данных, термография, Диамант, ТАИР, значит, происходит анализ. На основании этого анализа происходит, значит, формирование и выдача предписаний, то, что мы видели раньше. Значит, затем, после того, как эти предписания доведены непосредственно до ремонтного подразделения, значит, происходит... Значит, контроль за выполненным анализом, то есть работает пакет контроля. То есть это невыполненные предписания, пакет анализа, анализ отказов, опять отдельный пакет анализа и анализ причин.
Соответственно, все это уходит в планы ремонтов, в планы работ по ремонту бригадам, и, соответственно, цикл повторяется в следующий раз. Значит, расчет экономической эффективности, как мы произвели, значит, следующим образом. То есть у нас есть расчет, официальный расчет затрат производства, значит, простой, одной минуты, стоимость одной минуты. Мы взяли, значит, средние расчеты за несколько лет. Потом затраты на простой, значит, то, что у нас получилось простой в 2014 году, значит, соответственно, эти данные отняли, получилась сумма там 1 700 000. И, значит, фактически прямые расходы. Значит, амортизация тепловизора и ФЗП термографиста. Итого, значит, получились у нас прямые затраты там 400 000. Итого вышло, значит, на вот по узкому участку, значит, прессового цеха у нас экономия, годовая экономия 1 298 000. Значит, что это значит? Это значит, что, значит, приобретя один единственный тепловизор и наняв на работу, значит, термографиста, значит, мы компенсировали, только компенсировали затраты, но и, значит, у нас получился еще очень прямой экономический эффект. К сожалению, ссылки не работают, но готовы работать по ссылкам. Значит, в плане принятия решений, значит, ну, опять же, это работа по программе Smart View, то есть термографист, проходя по конкретным точкам термографии, которые у него есть в графике в плане работ, значит, контролирует их состояние, значит, и, естественно, состояние заносит потом в базу данных. Из базы данных она попадает уже в анализ. То же самое совмещена база данных по термографии с базой, с данными по виброанализу. Значит, опять же, с виброанализа у нас формируются некие заключения по конкретным агрегатам, которые сравнены с термографией, уходят, а потом опять в общую базу данных анализа контроля. Значит, здесь показано распределение точек контроля на конкретном участке оборудования. Это у нас подвал цеха окраски кузовов с расстановкой насосных агрегатов, значит, и вент-систем. Ну, форма подписания, которая формирует систему, уже автоматически, то есть после внесения всех данных, значит, она выдает уже готовую форму и отправляет непосредственно самим исполнителям. Это непосредственно сама база, где у нас формируются данные по термографии. И сама непосредственно оболочка программы Симперцит, в которой происходит, значит, анализ, принятие решения, значит, и контроль за выполнением, выданных ранее предписаний. В принципе, у меня вот на сегодняшний день все, наверное. Значит, у нас сейчас находится на обслуживании около, фактически, около 5000 единиц оборудования. Эти 5000 единиц оборудования, значит, обрабатывает ремонтная служба в составе 700 человек. 700 человек у нас, значит, это ремонтный персонал и ИТР где-то в пределах, по-моему, около 100 человек. Так что на сегодняшний день, скажем так, еще вот резюме такое, что перед нами не стояла задача, значит, сделать как таковую программу. Или не стояла задача что-то такое, значит, показать в своей работе. У нас стояла совсем другая задача. У нас стояла задача добиться конкретного снижения аварийных отказов на конкретном единицах оборудования. Ну вот, благодаря, скажем так, той системе, которую нам удалось применить, нам на каком-то этапе это удалось выполнить и сделать. Ну, у меня надежда такая, что и эта система будет работать и дальше. В принципе, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Если можно, у нас есть еще вопросы из, да, пожалуйста, интернета. Зачитать, да? Да, можете зачитать, собственно. Необходимо включить диагностика, состав и диагностика, состав термографии и вибродиагностика. Да, пока мы применяем две методики, это термография и вибродиагностика. Основной эффект получается от использования термографии.
Вот на данном, в данной презентации, да, это мы рассчитали томографию, но там у нас есть не менее яркие эффекты и по вибродиагностике, к сожалению, там это для нас казалось более сложная область, чем томография в освоении, но по вибродиагностике мы сейчас тоже готовим такого же примерно, значит, обсчитанные результаты, пытаемся, в принципе, как бы, если будет интересно, представить их. Как определяется периодичность диагностирования? Значит, периодичность диагностирования определяется чисто эмпирически. То есть мы уже на практике, у нас есть графики диагностирования по каждому термодиагносту. И эмпирически мы уже поняли, что, допустим, на каком-то одном типе агрегатов и оборудования нам необходим, допустим, контроль в течение, допустим, раз в квартал. На каком-то типе агрегатов у нас необходимо раз в месяц, а на каком-то у нас типе агрегатов, допустим, который находится в предварительном состоянии, соответственно, диагностируем более оперативно. Допустим, у нас доходит до того, что диагност иногда выходит туда ежедневно. Количество тепловизоров. На сегодняшний день у меня применяется 3 тепловизора фирмы Fluke, TI-32. Загружен диагностики. Ну, скажем так, вот по представленному, значит, материалу, скажем так, у меня один диагноз контролирует, мы считали где-то около 1000 инвентарных номеров, соответственно, вы можете понять, что это надо обойти, надо продиагностировать, нужно ввести систему и так далее, то есть они работают очень напряженно. Сколько нормативов, точек замера на одного термографиста? Значит, в день термографист у меня проходит где-то около 200 точек замера, то есть это позволяет термография, в принципе, ну вот, скорее, вот как-то так из этого расчета. А что такие, значит, точки замера, причем отличаются от инвентарных номеров? На тех же самых прессах, прессах группы штамповки у меня 10-15 точек замеров на самом деле, и это все разбито в графиках и в схемах. Вот, поэтому на самом деле, допустим, если 200 точек замеров, это не так много, то есть это всего лишь там все где-то, ну, грубо говоря, 10-15 прессов в день. Спасибо большое. Да, здесь еще отвечу. Реализация реакция производства на предписание. Я, кстати, хотел еще заметить, значит, у вас, вы говорили, что нестыковка между диагностами и механиками. Я бы сюда, пожалуйста, ну, просьбу добавить туда еще между производством еще. То есть производственники, механики, ВИП и диагносты, в принципе, они между собой как-то вот не стыкуются сегодня. Значит, ну, реакция производства на предписание у нас, значит, до определенного момента отсутствовал, пока мы не сняли довольно серьезно то, что мы показали, значит, техногенные практически аварии. Вот, с тех пор, скажем так, к нам отношения более лояльны, но все равно, скажем так, в конечном понимании, к сожалению, сегодняшний день мы ищем, скажем так. Пожалуйста, структурно вот, производство и ремонтные, и ваша служба, кому они подчиняются? Значит, структурно подчиняются. Там у нас ремонтная служба выделена по всем цехам в единую структуру, значит, там называется ремонтная служба завода, и все цеха охватывают сразу, все бригады подчиняются начальник ремонтной службы подчиняется главному инженеру. Я как руководитель центра управления, то есть подчиняюсь главному механику. Вы в службе главного инженера? Да. Производство от главного инженера отделено? Да. Хотя у нас, и тут же опять скажем так, у нас постоянно идет оптимизация, все остальное, значит, вот не дали как, значит, буквально в 2014 году у нас все службы были в цехах, а в 2013 году у нас все службы были под главным инженером. То есть, ну вот, сегодня реальность очень, к сожалению. Вопрос? Да, пожалуйста. У нас как бы вот на завод мы у нас тоже как бы идем, у нас программа простой тоже есть, аналогично. Каждый месяц заносим простой, как бы рисуется такой же график у нас, а, там тоже есть снижение. У меня такой вот вопрос. Климатические условия у вас влияют на работу оборудования? Просто я по себе скажу, что у меня май месяц и сентябрь, октябрь, то есть переход с весенний на летний, из осенний на зимний период идут пики простой, на которые я как бы повлиять могу. Это как бы идет, мы обслуживаем как бы для электронщик, начальник типа. У нас выход идут контроллеры, привода, частотные преобразователи, все как бы идет из
изнашивается, как бы не можем понять причину, из-за чего это идет. Мы связываем с климатическими условиями, то есть переход с весны на это. Есть у вас такое? Ну, у нас цикл производственный привязан не к осенне-зимнему периодам. У нас посменность, у нас он больше привязан к основному производству. У нас есть нормативный простой всего завода, это мы встаем раз в полгода в летом и зимой на полную профилактику и так далее. И вот там, к сожалению, после пуска, после простоя, значит, у нас начинаются те же самые проблемы, которые говорили. То есть у нас встает без прогнозного большого количества оборудования после простоя. И там, к сожалению, мы сейчас тоже думаем, значит, ищем причины, пока найти их не можем. Сезонности в нашей эксплуатации, в ремонтах простой, в принципе, я не наблюдал, честно. Лето, скорее всего, вот это, что у нас, апрель, март, значит, они не привязаны, на самом деле, вот эти циклы, значит, это, скажем так, здесь запойнул, на самом деле, здесь запойнул какой-то конкретный агрегат, сейчас я не могу вам сказать, и ушел в длительный ремонт, и поэтому организовался такой простой. У нас, кажется, тоже самое, я еще хотел спрашивать. Пока нет, объяснений у меня нет. Скажите, а система простой диагностики синхронизированная? Еще раз погромче, пожалуйста. Давайте мы, может, микрофон будем говорить, потому что народ в интернете там у нас сидит обездоленный, они не слышат ваш вопрос. Система простой в диагностике между собой синхронизирована? На сегодняшний день нет. Мы пытаемся это сделать. У нас есть уже, значит, система контроля простроек. Мы ее назвали оперативной сводкой. Вот. И следующий этап, там, как вам объяснить, там есть большая сложность. Анализ простроек – это более сложный и глубинный анализ, чем диагностика. Если мы посмотрим на результаты диагностики, то у нас говорит сразу узел, причина, или дефект и метод устранения. Причина анализа простоев, допустим, в остановке одного единственного агрегата, для того, чтобы нам понять и дойти до сути, в чем причина, вырвать какие-то решения, скажем так, там очень разветвленный требуется анализ, и, как правило, там возникает достаточно большое количество причин, в том числе и не связанных с узлами. Поэтому вот в этом плане, скажем так, на сегодняшний день я думаю, что решения ни у кого нет в принципе, как связать эти две системы. Анализы простоев и диагностики. Коллеги, давайте пожалеем докладчика. У нас все вопросы не позададим. Алексей, сейчас тебе последний. Спасибо. У меня такой вопрос. Тепловизионный контроль – это основной инструмент энергоаудитора. Главный энергетик заказывал вам среди эффектов, от показанных на вашей презентации, энергоэффективности не было. То есть просто главный энергетик не заказывал эту работу, либо она вам не нужна и не проводит какой-то другой сертифицированный орган. Ну, или, может быть, у вас только в плане проведения каких-то... Ну, понятно, что ваша служба диагностики не является сертифицированным там энергоаудитором, и, наверное, полностью энергоаудит вы не можете провести, но какие-то точки там потери тепла вы точно можете обнаружить и дать экономию дополнительно именно на повышение энергоэффективности. Значит, у нас есть своя служба на заводе энергоаудита, которая обладает тепловизионным контролем. И поэтому мы с ними не пересекаемся, то есть они сами по себе, мы сами по себе. Единственное, что они от нас иногда просят помощи, не хватает, допустим, тепловизоров, значит, или провести какое-то дополнительное обследование здания, типа визионное, скажем так, не входящее в нашу компетенцию, но, естественно, как коллегам помогаем. В том случае, когда у нас, допустим, не достает, нам нужна помощь в тепловизионном контроле, мы просто к ним, как коллегам, обращаемся, говорим, что ребят, помогите, они приходят, помогают. А так у нас полноценная служба энергоаудит, которая сама все это делает. Сейчас у меня на заводе 5 тепловизоров. Значит, в том числе, значит, в службе главного энергетика 2 тепловизора, значит, и службе вот главного механика сейчас 3 тепловизора. То есть мы как бы справляемся с этим, пока нам хватает. Спасибо большое, коллеги. Нам надо двигаться дальше. Спасибо за внимание большое. Да, спасибо большое.